Знаете, вот насчет национализма, в принципе, который сейчас поднял голову, я вообще считаю, что неправильно об этом говорят. Мари Ле Пен, я считаю, превосходная, замечательная, умная и точно говорящая женщина. Почему? Потому что она говорит такой тезис правильный: Франция для французов. Мне кажется, что это очень логично. Россия для всех россиян, то для людей, живущих, которые хотят жить на этой земле, рожать здесь детей, да, укрепляться, работать, прожить свой жизненный срок. Мне кажется, что это великая гуманитарная идея, которая именно не с точки зрения политики, а с точки зрения вообще гуманитарного существования людей. Очень логично. Но я не хотел бы сравнивать это с теориями и философиями фашизма, или, например, то, что на Украине вот эти вот сектор правый начинает говорить, что если ты не скажешь правильное слово «поляныця», то будет расстрел. То есть они идут на крайность. Почему? За ними нет правды. И вот эти ультраправые, например, в Украине, это люди, которые, ну, очень сильное меньшинство. И неправославные в большей степени. Мне кажется, они не имеют морального права говорить за всю страну, которая живет по другой ментальной вообще составляющей.